какое-нибудь землетрясение с места сорвало. И он как покатился. Значит так, никакого землетрясения у нас не было. Скажи честно, что опять хотел похвастаться перед всеми и притащить арбуз. А теперь у нас будет на один арбуз меньше. Я, если хотите, этих огурцов вам сейчас столько наберу. Столько, не знаю даже сколько. Не знаю. Ой, а я знаю, нисколько. Все уже собрано. Их жалко, но я-то все равно найду самый большой. Вот увидите, какой там огурец. Ешьте, пожалуйста, сами свои огурцы. Кто же ты меня ударил? Может быть, сверху упало что-нибудь? Наверное, от луны оторвался кусок и ударил меня по голове. Это вам не огурец. Оранжевое небо, оранжевые мури, оранжевые...